Относительно неплохой магазин продуктов, в котором мы побывали, будучи в Казани. Находится данный конкретный в ТРЦ кольцо на нулевом этаже. Спуск по эскалатору центральному. Можно купить все, что нужно. Местные товары, обычные повседневные. Цены, конечно, достаточно высокие. Правда, есть система скидок по бонусной карте. Но как ее получить, мне не удалось выяснить. И сайт этой сети магазинов не работал. Ну, по крайней мере, в Казани. В самой. Как дальше будет, не знаю. В общем, посмотрите ролик, что увидите. Цены, товары, ассортимент. Все достаточно интересно. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Любое внимание достаточно мне будет интересно. Относительно неплохой магазин продуктов, в котором мы побывали, будучи в Казани. Находится данный конкретный в ТРЦ кольцо на нулевом этаже. Спуск по эскалатору центральному. Можно купить все, что нужно. Местные товары, обычные повседневные. Цены, конечно,